Свыше 17 тысяч километров по дорогам трех континентов предстояло преодолеть участникам гигантского авторалли Лондон-Сидней. Девяносто восемь машин из 15 стран готовились к гонке. Среди них были и 4 москвича. Их поведут капитан советской команды Александр Ипатенко, автоспортсмены Эдуард Баженов, Александр Терехин, Валентин Кислых, Сергей Тенишев, Уно Ава, Юрий Лисовский, Виктор Щавелев, Эммануил Лившиц и Валерий Широченко. И вот, наконец, старт в Лондоне. Двинулись в далекий путь Форды, Ситроэны, Мерседесы, Порше с мощными двигателями 200 и более лошадиных сил. Подошла очередь и наших москвичей, едва ли не единственных малолитражек среди всех машин, участвующих в соревнованиях. Советские машины стартовали под номерами 7, 19, 20, 98. В этом авторалли не существует разделения машин на класс. Единственное требование – строгий регламент времени. За каждую минуту опоздания начисляют штрафное очко. И вот уже позади Франция, Италия, Югославия, гонщики вступили на землю Болгарии. Тепло приняли советских спортсменов болгарские друзья. Здесь, как и в других странах, хорошо известны высокие качества наших москвичей. Стремительно мчатся участники авторалли по дорогам Турции. Афганистан. Немало сюрпризов для автогонщиков таилось на его горных дорогах. Наши москвичи упорно шли вперед. Индия. Все 4 москвича достигли Бомбея. О последнем этапе гонки рассказывает Александр Ипатенко, капитан советской команды. Организаторы соревнований на последние сутки преподнесли участникам самый тяжелый горный этап. Этот горный этап сменился пустыней. Австралийские пыльные пустыни, жаркие пустыни с плохим покрытием. И вот по очень тяжелому покрытию, большим перепадом высот, машины должны были двигаться со средней скоростью 100, а то и более километров в час. На таком одном из этапов разбился бельгийский гонщик Бианки. Но, несмотря на все трудности, все 4 москвича оказались в Сиднее. Это была сенсация номер один. Москвичи все пришли в Сидней в прекрасном состоянии. Даже было трудно поверить, что этот автомобиль прошел столько тысяч километров. Нам нужно поблагодарить тех людей, которые создали этот прекрасный автомобиль. Рабочих Московского завода имени Ленинского комсомола, уфимских рабочих, которые нам дали прекрасный двигатель. С этим двигателем мы могли проходить по дорогам со скоростью до 160 км в час. Всем им большая благодарность от спортсменов, участников марафона. И вам, друзья, спасибо, говорят автозаводцы спортсменам. Вы с честью пронесли марку москвича по дорогам трех континентов, от Лондона до Сиднея.